Здравствуйте! Сегодня мы будем опять делать капюшон стилизованный. Но он у нас будет стилизованный, потому что он будет играть большую роль воротника. Это будет принт молодежный стиле, молодежном всего направлении. Мне понадобился вот такой вот трикотажный фрагмент. И мне понадобился мех, воротник. Вот, воротник от капюшона. Вот здесь была молния. Вот, он мне очень даже и помогать будет в этом. То есть вот эта вот деталька, мы должны ее совместить. Вот этот край детали я положила лицом к себе, вот, изнанкой от себя. Вот наш воротник, я его складываю пополам, нахожу середину. Он не обязательно должен быть из натурального меха, просто так сложились обстоятельства, что он у меня появился в природе. Дальше мы совмещаем середину, вот, и вот этот шов присоединяем трикотажной нашей ткани. Теперь нужно сюда вот притащить нашу деталь, вот, и накрыть сверху мех. Вот, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот он был вот здесь вот. Вот, мы шов спрятали внутрь, ну, тем, что завернули немножко внутрь капюшон. Вот. То есть, вот он шов. Вот, мы как колбасу туда завернули внутрь. А дальше вот этот шов нужно пришить, перевернуть мех и пришить по краю. Вот он немножко заворачивается, и то же самое с этой стороны. Немножко завернули и пришили по краю.
Вот, и дальше мы должны этот капюшон решить какой-нибудь вещи, которые мы хотим обновить, скрасить. Вот есть рубашка, воротник рубашки. Это сторона спинка. Вот. И просто вот эту деталь сейчас берем и пришиваем к этому воротнику. Складываем вот так вот вверх. Это будет принт мишки. Вот, если мы откидываем, это будет воротник. А наперед рубашки мы продолжим наш мех, кусочек меха, который еще остался. Пришиваем его тихо под воротник рубашки. Опять же, за этот шов, который у нас остался на конце неизработанного воротника. Вот, и получился вот такой вот интересный капюшон. Вариант, можно взять нашу атласную ленту капучино и просто продеть и сделать из него галстук. Тогда это будет новое преображение и обновление нашей вещи, которую мы уже имеем в гардеробе.